Меня зовут Мария Работнова, я тренер, старший тренер компании CBSD. Я работаю 10 лет в компании с 2005 года, и до прихода в компанию я мечтала стать тренером. И эта мечта, она у меня появилась довольно давно, где-то в начале 2000-х годов, когда я прошла первый тренинг по навыкам продаж. Мне так понравился этот процесс, мне понравился тренер, что мне очень захотелось быть такой же. Специализируюсь в CBSD по проведению тренингов для руководителей среднего уровня, middle management. Мне нравится работать с такой аудиторией, мне нравится работать со сложными участниками, особенно с теми, которые задают сложные вопросы, которые не всегда согласны, может быть, с какими-то подходами. И мне кажется, что вот очень хороший результат тренинга, когда люди понимают, что есть какие-то идеи, которые в тренинге они берут для себя и могут использовать их на рабочем месте. Программы, которые я провожу, это линейка программ для руководителей, управление людьми, ключевые навыки управления людьми, это ситуационное руководство Бланшарда, это руководство изменениями тоже по Бланшарду. Это тренинги, связанные с коммуникационными навыками, навыки коммуникации, навыки решения конфликтных ситуаций, навыки публичных выступлений. Из советов, которые можно было бы дать участникам, ну, пожалуй, что, наверное, первый совет – это приходите на тренинги. Вы получите, с одной стороны, удовольствие, а с другой стороны, очень важный практический опыт, и вы откроете для себя новые возможности работы в той сфере, в которой вы работаете. Второй совет – будьте открыты всему новому, не бойтесь совершать какие-то новые поступки и немножко выходить из зоны комфорта. Это может, конечно, не всегда быть приятным, но зато это очень сильно так тренирует нас как профессионалов. Ну и третий совет – задавайте вопросы. Если вы не согласны на тренинге с тренером, спорьте, отстаивайте свою точку зрения. Это очень важное умение вообще в жизни – не соглашаться с мнениями экспертов, а, в общем-то, даже где-то провоцировать эту точку зрения. Потому что таким образом вы заявляете о себе, вы заставляете тренера думать, а это хороший вызов для тренера. Я очень благодарна таким участникам.